скажи, мамочку люблю я, не расскажешь в двух словах, мамочка любимая, как же я люблю тебя, вот наш папою секрет, это праздничный букет. Ребятки, посмотрите сюда. Помашите, помашите. Вот, своим мамам, бабулям, кто-то видит ослепаху. Все это наши гости. Они пришли, чтобы сегодня посмотреть, как вы для них будете петь, танцевать и играть. Все, договорились. Вот мамочка, здесь она, не расстраивайся. Не нашел? Весна шагает по дворам, в лучах тепла и света. Сегодня праздник наших мам, и нам приятно это. Сейчас иди, она сейчас тебя успокоит. Спасибо, мама, говорят, и взрослые, и все. А еще наши ребята приготовили стихотворение, да, ребята? Олеся? Да, уберите за спину. Бывает только раз. Такой праздник у мамы и у нас. Только вот обидно, много-много лет. Есть у всех салюты, а у мамы нет. Ирюся, Thank you.
Ребята, вам понравился? Фильм-то понравился? Посмотрите. У всех... Всем здорово, да, Аня? Ой, я вижу, кто-то бежит. Ребят, кто к нам прибежал? Кто сейчас посмотрим, кто это? Здравствуйте, Пятачок. Здравствуйте, ребята. Уже пришла весна, а Винни-Пух еще спит. Пятачок, не переживай. Скоро он проснется, и вместе с ним ты поиграешь. Нет, если Винни-Пух проспит, то пройдет же. Мы поздравим мудрую тетушку Савушку. Ах, вот в чем дело. Тогда мы тебя понимаем. А где же спит Винни-Пух? Там? Ребята, а давайте поиграем и попробуем разбудить Винни-Пуха. Давайте? Поиграем? Да. Все ребята тихонечко встают с ножки. Встали на ножки. Тихо, тихо. Мы идите, Мишеньку, не разбудите. От берлоги подойдем, топать ножками начнем. Ой, ой, скорее, бегом, бегом, кто-то там рычит. Не разбудили. Давайте еще раз. Давайте еще раз топать. Ладно, ребята? Потихоньку. Тихо. Идите, Мишеньку не разбудите. А в берлоге подойдем, топать ножками начнем. Ну-ка, кровь-то, будите. Ой. Ну-ка, разбежись. Ой, вылезает. Весело.
И все жучки уже проснулись. Да, Пятачок? Теперь мы уже поверили? Ну, смотри, Винни-Пух. А наши дети еще могут играть в оркестре. Хочешь посмотреть? В оркестре? Да. Наши ребята умеют делать, а то нет, ты умеешь? Тихонечко, Винни-Пух. Ложечки. Мы с удовольствием посмотрим с Пятачком. Ложечки. Ложечки. И детки танцуют. Танцуют ложечки. Ложки, бей-бей-бей, ложки, бей-бей-бей, сколько ложечки удали, еще сильней. Все покружили. Ложки вверх подними, удали, разлопни, сколько ложечки удали, и опять опусти. И по полу постучи, раз, два, раз, два, и по полу постучи. Тихо стукай о живот, ложка песен не поет, что-то шепчет ложка, слышит звук немножко. Так старый, добрый и мудрый тетушке
весовой. Слушай, а у тебя есть воздушный шарик? У нас есть воздушный шарик. Ха! А я хочу с ребятками поиграть. А мы сейчас с тобой поиграем, Денису. Держи пятачок. Какой тебе пятачок шарик? Похож на тучку. Да. Он такой уже синенький. Давайте мы с вами поиграем в такую игру. Я вот превращусь в тучку и буду летать. А вы превратитесь в чулок. Давайте, ребятки, и попробуйте меня. Погружились? Погружились? Ну-ка, погружились. Погружились? Наши ребята погружились. Превратились? И теперь послушайте низ. А теперь послушайте, что нам еще было сказать. Я еще в тучку не превратился. Ну, я тучка, 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 я вовсе не медведь. Ну-ка, приятно тучке и полем улететь. Догоняйте тучку, догоняйте. Жужжат, жужжат, молодцы! И в берлогу залетели. Ой, сейчас Мишку все поужалят, ужалят. Ну-ка, ужалили бедного Мишеньку. Ну давай, давайте еще раз. Я не успела, ты куда? Люди лодки у вас. Какие? Приготовились, погружились пчелки. И слушай, что мне скажет. А теперь я буду превращаться. Я тучка, 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 я вовсе не медведь. И как приятно тучке и по небу лететь. Ой, догоняйте тучку! Опа, не успели! Не успели! Не успели, все! Все, а медведь спрятался. Медведь спрятался. А пчелки возвращаются в свой улей. Пчелки возвращаются и обратно в ребятах превращаются. Все! У нас добрые пчелки. Ну, что пусть добрые, но они меня все равно поймали, догнали. Представляете, какие молодцы. Да молодцы наши пчелки. Смелые. Сильные, смелые. А вот и немножко молока. Сахар. Замесим мы руками увидеть это сами. Месим, улыбаемся, для мамочки стараемся. Вы кулички, пряники и калачи. Баста! Мы для вас водка. Весело! Сегодня уже могут печь. Они вас научат, все расскажут. А ближе, ближе, посмотри, какой куличи спекли ребятки там у тетушки совы. Ой, знаешь стихотворение про кулич. Ну-ка расскажи, моя хорошая. Куличи. Громко. Вот, да и на дома все испекут, молодец, умничка. Мы пекли куличи сами, подали маме. Молодцы, молодцы, какой ты пчелка. Я сплю, подходите ночью. Ну ночью мы не можем, ночью все ребятки. Два, три, здравствуй, Бог. Здравствуй, пятачок! Здравствуй, какие дети! Сова. Как какие дети? Вот эти прекрасные дети, они тоже хотят. Оказывается, сейчас же международный женский день весны, день праздника, и наши детки испекли для тебя кулич и хотят поздравить тебя с этим днем. А мы с пятачком тебя поздравляем вот этим мед. Зима была долгая. Ай да, ребята! Ой, какие молодцы! Какой замечательный, прекрасный кулич! Спасибо вам огромное! Спасибо и вам, Велику, и Пятачок! А между прочим, подрастик еще все танцуют! Правильно, тетушка Сова! Наши ребята тоже умеют танцевать! Сейчас танцуют танец! Мы платочки все возьмем!
выйти мы попляшем. Вот как весело идем и платочком машем. Вверх платочек подними, вниз платочек опусти. Вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Вот потопают одной ножкой ребятишки. Топай весело не стой, деточки малышки. Вверх платочек подними, вниз платочек опусти. Вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Как пружинить мы начнем, весело ногами. И легонечко платком мы помашем маме. Вверх платочек подними, вниз платочек опусти. Вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Мы покружимся сейчас на носочках с вами. Это дружный перепляс, посвящен он маме. Вверх платочек подними, вниз платочек опусти. Вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Молодцы! Бабушка родная, молодец. Мама, мамочка моя, мама, я люблю тебя. Все моя, а вот все мои пригоды. Молодец! Никита. Никита. Ребята знают, как правильно. Покружились, покружились. Ой!
фотографироваться, встаем фотографироваться, все туда, все скорее. Встаем все мои красивые все ребятки. Мамочки туда, ребятки к ним. А сова, где наша сова-то? Вон. А, сейчас. Сова спитачком. Поскорее. Так, ребятки, все посмотрели вот сюда. Вот туда. И здесь, сюда смотрим. Улыбаемся. Да, улыбнулись. А ручки спрятали. Раз. Все спрятали. Ну, улыбаемся. Да, молодцы. Ура, да. Ура. Здорово, замечательно. А тетушка сова что-то хочет нам сказать, вы знаете? Да, сейчас скажет. Слушайте. Да, дорогие наши женщины, мамочки, бабушки, в этот денек теплый весенний от всей души поздравляю вас с праздником и желаю вам счастья и добра. Добра? Ну, хорошо. Пожалуйста. Будем добра. И Винни-Пух присоединяется. Я тоже присоединяюсь. Я хочу, чтобы милые, прекрасные женщины, дамы всегда оставались такими же красивыми, по-весеннему улыбчивыми. Пусть всегда у вас в душе будет весна. Чтобы вы были любимы. Чтобы вас... Всего вам самого хорошего и домашнего теплого уюта. Спасибо. Ну, смотрите, один папа, да? Он такой ушел быстро-быстро, но двое остались. И от лица всех мужчин они сейчас нас, ну, как обещали нам, будут нас сейчас поздравлять, да, мои хорошие? Папа поздравляет, мужчина поздравляет, от лица всех, пожалуйста. Мы ждем, да? Поздравляем. 8 марта. Желаем вам любви, здоровья, счастья. Всего наилучшего. Молодец. Ура. Так, еще ждем. Дорогие женщины, с праздником от души поздравляю. Мы вас очень любим, хотя бывают такие моменты. Когда у вас лучше и еще больше. Но мы всегда рядом, всегда поддерживаем. Мы с вами. Спасибо! Это приятно же? Приятно! Мои хорошие, а сейчас, ребятки, вы ведете своих мам и бабуль к себе в группу. Ведите скорее. За ручку. Идите.